Ne aflăm la Berlinț și am întâlnit o doamnă aici, în sat, care ne va spune ceva în amintire despre Ucraina, Lugansk, ceva ce s-a întâmplat. Poate dumneavoastră mai mult ne spune, o rugăm, dar ne va spune în limba rusă. Și o poezie, am înțeles. Слушаем вас. Я очень сильно взволнована событиями на Украине. О той войне, которая проходит там. Хочу передать жителям города Луганска и всем тем, кто меня знает на Украине, мира земного, мира семейного, мира душевного, здоровья и счастья. Всем тем, кто меня знает, кого я знаю. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Я в своих стихах хочу выразить те переживания, которые я испытала летом 2014 года. Война, разруха, черный дым. Зачем брат брата убивает? Вот в школе женщина мертва лежит, дом на углу уж догорает, упал снаряд на детский сад, дом престарелых, гибнут люди, фугасы рвутся просто ад. Плачет старик с ребенком рядом у развалин. Зачем все это и кому? Руководители страны, вы на народу взгляните! Как это все остановить? Кто в силах? Помогите! Спасибо, очень хороший стих. Да. Что-то хотите еще передать? Пожелание своим близким, всем знакомым, здоровья, радости, Божьей помощи на всех ваших путях. Добрые люди Украины. Спасибо.